Мавсаниты – своего рода ископаемые, жившие от 630 до 542 миллионов лет назад в течение докембрийской эры. Круглая окаменелость имеет форму алмаза, составленную из лепестков, исходящих из центрального круга, достигающего 12 см в диаметре. От центрального круга отходит около 19 лучей. На сегодняшний день известна всего лишь одна разновидность мавсанитеса – Мавсанитес сприги, названная в честь Дугласа Моссона и Реджа Сприга. Название дали Мартин Гласнер и Мэри Уэйт в 1966 году. Биологические сходства мавсанитеса с другими организмами были подвергнуты сомнению среди предположений, что мавсанитес – всего-навсего грязевой вулкан или другая осадочная структура. Но дальнейшее исследование показало, что эти структуры не могли удовлетворительно объяснить сложное строение организма. Существует теория о том, что мавсанитес является остатками морских водорослей, медуз-фильтраторов, норой или микробной колонии. Fun fire.com.